И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и продолжаю играть в Ark Survival World, все так же на фьордах. И сегодня мы пойдем продолжать выживать. Вообще, в планах у меня притомить сегодня богомола. Для томления богомола есть читерный способ добыть ресурсы. Кстати, еще нужно будет сгонять, проверить читерный способ добычи полимера. Вот на том островке болотном. Блинский узнал сегодня много нового по ресурсам, скажем так, после того, как я записал серию уже. Вот. И, собственно, с помощью богомола я хочу добывать остальные ресурсы. Единственное, что покажу, как я здесь установил ворота. То есть, вот, установил ворота. Это непростые ворота. Ой, здорово. Так, надо вот этого раптора завалить. Вот, это не простые ворота, это в плане, что деревянные, не, что стены, что воротины, они каменные, но просто изменены у них вид. Вот, могу хоть саман включить, хоть что. Ну, S+, знаете, как это работает. Вот, делал каменные, чтобы все-таки они были более прочные. Были, как вы помните, задумки по изготовлению этих динамических ворот, но у них нельзя делать, менять вид, как у простых. То есть не у всего, даже у бегемотин нельзя менять вид. Здесь также вот воротки поставил, они прям идеально врезали, решил, что и без стенок подойдет. И вот здесь у меня также стоят воротинки. Здесь проем чуть пошире. Вот, и тоже так же воротинки, стенки, все дела. Здесь нужно будет перекрыть, здесь перекрыть, здесь ворота поставить. В общем, еще немало чего нужно сделать, а ресурсов нету. Поэтому решил, что все-таки нужно взять и притомить динозавров. Это будет намного легче в плане добычи ресурсов. Вот. Поэтому пойдем томить именно богомольчиков. Так, инструментики все взяты, все хорошо. Но сначала сгоняем, во-первых, сгоняем вот сюда вниз за, кстати, не, давай лучше терчика здесь оставим. Вот, чтобы было побезопаснее, сгоняем туда вниз к бобрам. И да, попробуем добыть у них этот крылья надо сделать. Вот что нужно сделать. Цементную пасту у них попробуем добыть. Там есть большая плотинка. Попробуем там добыть. Как раз крылья планера требовали синие кристаллы. Синие кристаллы как раз добыли в прошлом видео. Очень даже все в тему оказалось. Так, и вот на это бобриная хата. Да, цементной пасты здесь немного. Залутать ее можно только заплыв вовнутрь. Она, естественно, ломается, сразу же исчезает. Бобры агрятся, ну, все как обычно. Просто она большая, и в ней типа ресурсов больше. Ну, типа, потому что по факту это все то же самое. Но мне цементной пасты это вполне сейчас будет достаточно. Блин, свалился в воду. Я вообще думал, на краешек встану, чтобы этих отогреть от тебя. А в итоге к ним же и свалился, блин. Ски, блин. Прям под задницу получил. В общем, все, текаем, потому что на этой скорости... Ты серьезно? А в глаз? Да, не сильно-то большой урон, чтоб я тебе в глаз мог стрелять. А что здесь такое? Да, халява говна, конечно. Какого фига он сейчас... У меня он просто не хотел бежать. Интересно, какого фига это сейчас было. О, да и на них. Вот оно, что я тут сверху видел. Понятненько.
У меня прям по домам эти гнезда дейнонихов. Я, кстати, их ни разу не томил. Он прям вообще ни разу не томил, не разводил, не выводил, ничего не делал. Поэтому неудивительно, скажем так. Вот такие вот дела. Сейчас, думаю, уже точно можно будет сгонять на остров. Ну, там уже, понятное дело, пойдем на птерчики. Тут вариантов-то и немного. Единственное, что... Сбросим ресурс. А, нет, сначала сходим за органическим полимером. Да, я здесь немножечко этих понаставлял ящиков и так далее. Ну, так, немножечко. О, цветочки зато залутал. Это хорошо. Цветочки — это здорово. А вот это говно выкидываем. Отлетел от базы за электроникой, запомнилось вот это говно на базе. Жиробасные. А, они просто громкие? Они громкие? До ужаса. Для чего гонял? За электроникой. У меня одной единички просто электроники не хватило. Для того, чтобы состряпать телепорт. Ой, господи, на что-то нажать. Во. Для чего телепорт? Чтобы можно было сюда тпхаться уже обратно на базу, не тратя кучу времени на то, что, скажем так, не нужно. Металлом в печку. Когда-нибудь у меня наплавится куча металла. А, это дырка в сне. И я себе сделаю большую огромную печку. Ну, а пока что вот как-то так. Ставим здесь, пофигу где. Самое главное, что... переименовать. Игра, ты что зависла? Просто от прогрузки телепорта зависло, без лага. Дом. Джом. Дом. Отлично. А, да, это я паразаров искал. Богомолы. У меня, собственно, здесь стоит программа, локалка. Почему бы и нет? Могу, умею, практикую. О, как программа, господи, дополнение. Мод. Господи, у меня лаг головного мозга. И, собственно, вот, 1300 метров, лети, как говорится, и томи. Для томления богомолов нам нужен будет обязательно маскировочный костюм, это понятное дело. Вот, и его сделаем. И этот... как там они? Рога червя. Если червей, соответственно, нету, то надо что? Правильно, сделать место, где они будут лутаться. И это место есть. Тут, прикольно. И туда сейчас как раз и сгоняем. Ну и, собственно, вулкан. И как же без виверн? Огненные виверны. Кстати, здесь сделано прикольно. Здесь огненные виверны в своем месте, ядовитые в своем, грозовые в своем. То есть каждый виверну в своих местах. И в этом даже есть логика. Типа, ну как, ядовитая, типа, и грозовая, да. О, ядовитая, допустим, и огненная. Огненная, допустим, свои температуру любит, да, окружение, это свои. В этом даже есть в чем-то логическое. Но я сейчас ищу немножечко другое. Скоробейки, прикольно. Может, скоробейку притомить несколько штук, они же добреницы делают. Для чего? Блин, я никогда на локалке их не томил. Я как-то скоробейчиков томил на сервере. Но это было очень давно, прям очень давно, прям очень давно, в смысле несколько лет назад. Прям именно лет назад. Поэтому в этом есть смысл. Так, ну, богомол-то это хорошо. Кстати, вот он, кактусы. Кактусы только здесь живут. Поэтому это тоже стоит учитывать. Да, на этом острове их много, но они только здесь и находятся. И богомол под текстурой. Не, ладно, из-под текстуры он потом вылезет. Там делов-то немного. Выманим, по крайней мере, его. Надо найти червяка.
И не просто червяка, а дохлого червяка. Еще бы вспомнить. Оу! Так тут жарко. Прикольно. А через альт не жарко. О, Вася! Я Василиска увидел просто. Оу. Ладненько. Поищем. Эрдиго 130 левел. Прикольно. А вообще я приперся соль добыть. Ну, типа, есть возможность добыть соль? Добыть соль. Есть возможность добыть обсидиан? Добыть обсидиан. Тем более, что по пути. Ну, Эрдиго 130 левел. Я думаю, он точно никогда не сдохнет. Он здесь будет бегать очень долго. Ну, пока я не веду команду диспам Дина. Извините, такого завалить это надо умудриться. Да, собственно, кстати, да, вот неочищенная соль, она вот здесь вот, бла-бла-бла, вы так все знаете, прекрасные без меня. Ну, чисто из логики. Червя найти не могу, что самое смешное. Да, вот, подбивал ресов, поубивал богомолов, а вдруг заспавнится кто получше. Вот, и червя найти не могу. Самое отвратительное. Хотя, по идее, он где-то должен быть на берегу. Но где? Кто бы знал. Ну, точнее, как? Я знаю, где посмотреть. Есть видосик, где с координатами, с о том, как она выглядит на карте, показано, где ресурсы. Но сам хочу поискать. К слову, появился 150 левел. Именно то место, где я их и начинал зачищать. Вот, пожалуйста, 150. Уже... Я, короче, не зря зачищал. Блин, надо только найти этих долбанных, где они находятся. Рок червя один. А, у меня шарит натомление, точно. Я же, по ходу дела, так и не убирал, не мешал. А, с другой стороны, какая нафиг разница, какие рейты. Самое главное, вообще найти этого червяка где-нибудь. Он должен в виде такого маленького бугорочка валяться. И все. Подходишь, лутаешь и офигеваешь от того, сколько у чувака на видосе на 1x рейтах 18, что ли, дропалось. Вот, то есть как бы довольно-таки неплохо. Ну не дают они мне отдохнуть. Мне кажется, или это тоже те же самые статуи. Ну, красного близко. Ну, по сути, да, так же Кайруко. По идее, вроде те же самые статуи. Интересно. Не, я просто думал, что мало ли, типа, у разных этих обелисков разные будут статуи. Кстати, а что у нас тут внутри? Нет, нужны просто головы. Интересно, все-таки для чего нужны руны? И чего они говорили про обелиски? Ладно. Позже узнаем. А я пока ищу червяка. Кстати, вон серы. Много серы. Ёб твою ж за ногу! Летел, понимаешь, летел. И тут просто пших происходит. И у меня птер подлетает вверх. Я ж обосрался чутка. Вот вот этим пролетел. Видите? И первый раз просто прилетаю и охреневаю от этого. Какого черта? Это было страшно. Где воды компас? Да уж, короче, не очень. Но зато стало не жарко хотя бы. Уже хорошо. Да, что-то мне кажется, я уже второй раз пролетаю, и пора уже смотреть на координаты, где эти червяки валяются. Я уверен, что я просто над ними пролетел, и мне показалось, что это камень. Вот прям я очень сильно уверен, что это было именно так. Ну, я же сказал, что я пролетал несколько раз. О! То место, где я добывал соль, если что. Вот он, этот червячок валяется. Кстати, паразаврик тоже норм тема. Так. Так, тебя добыть нельзя. Добыть тебя можно с помощью только инструментов. 9 рогов. Там мне что, больше надо, что ли?
Да, конечно, у того чувака там 18 был на 1x, но, возможно, у него настройки одиночной игры было. А, он еще добывал буром. Бур, понятное дело, там же добывает, естественно, больше. Но 8 врагов, а куда еще больше нужно? Зато теперь вы знаете, как это дело все выглядит. То есть выглядит прям реально как кучка камня. Прям определить ее очень тяжело. Единственное, что если футак убрать, глобальное освещение, то становится уже немного легче определить. То есть глобальное освещение, оно, то есть когда ее включаешь, она немножко все это дело затеняет. Если хочешь еще и тени убрать, то вообще будет просто огонь. Вот, кстати, еще один. Давайте попробуем теперь киркой добыть. Вот, а киркой 13 добыл. А у него с бура было и так 18. Ну, то есть, как бы, понятное дело, бур он добывает все-таки намного лучше. Но, блин, гига, конечно, 30 это... Я не знаю. Это что-то с чем-то. Ладно, но в любом случае у меня теперь 22 рога. Я не знаю, зачем мне, куда их мне столько, но их есть у меня. Пускай будет. Теперь... Ну, кстати, если один рог показывает, то мне, по идее, и костюмчик не нужен. То есть мне, по идее, должно достаточно просто бежать и покормить. Чисто теоретически. Как оно будет по факту, не знаю, хотя, камон, кого я обманываю? Знаю, конечно, сейчас будет как. Я пытаюсь подбежать сзади, на меня кто-нибудь нападает, либо эта тварь на меня агрится, я, сломя голову, бегу обратно к птеру, и все, пытаемся начать по новой. Поэтому давай хотя бы для начала немножко подзачистим здесь. Угу. 150-й. Так, 150-й ты, вот ты мне не нужный. Так, сделаем хоть раз по уму, ну или почти по уму. Так. А выносливость-то не восстановится. А, не восстановилась. Офигеть, выносливость восстановилась. Кайф. И он отыгрался от меня. Отлично. Думал я, что отыгрался от меня, но не отыгрался. Ладно, уже лучше. Уже хотя бы выносливость есть. Не, слушай, у него радиус обнаружения просто ядренейший. Походу вариантов нету, придется маскировочный костюм горцевать делать. Но благо я поставил телепорт у себя дома и могу сделать туда ТП. Но, блин, это конечно что-то с чем-то. Ого, ого, ладно, их слишком много, домой. Так, вернулся обратно полностью в маскировочном костюме. Репеллент не делал, ну попробуем уж без него тогда. Так, 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 это есть, ресурсы тоже, соответственно, скинул, зачем они мне нужны. Ну и пробуем. А, ну естественно, он сразу же агрится. Да, не канает. Все-таки репеллент придется делать. Вот это ужасно. Да уж. Ладно, пробуем репеллент. Домой. Хе-хе-хе. Ты пехнулся обратно, но перед этим заюзал репеллент. И вот, пожалуйста, не агрится на меня, скотина. Но все равно надо на картах. Пробуем. Надеюсь, проканает. Хоп. Да, отлично. Все-таки без репеллента, без маскостюма. Возможно, с маскостюмом можно было и не делать его, но репеллент это прям обязаловка. Кстати, да, я же вам не показал, где я делал, добыл и на динамические эти, на динамические ворота, овощи и на репеллент, где добыл овощи. Это ж не показал. Ха. Сейчас исправим.
Эй, смотрите, кто заспавнился у меня. Прикольно, да? 135 левел. Но не про это. Запоминаем, где моя база находится. Видите, да? То есть это вот деревня. Но это не единственная деревня. Есть маленькие деревушки. И там, кстати, есть огороды. Не то, что здесь. Вот она деревушка. Маленькая. Найти легко. То есть от той постройки огромной. Там, кстати, есть вход вовнутрь. Что-то там все дела, пещера. Летим вот сюда. 30-50... Ну, 57 получается. Сейчас, блин, вот за ставиной не уследил. Вот. Но 30-57 примерно координаты. Вот. И здесь мы видим маленькую деревушку. Именно что деревушка, несколько домиков, и у одного домика есть огород. Да, просто тупо огород. И, возможно, во мне сейчас говорит жадность, но почему у маленькой деревушки есть огород, а у большой огорода нету? Почему в моей деревне нет огорода, в этой есть? Ну, в любом случае, мне на это пофигу. Почему? Потому что я же могу этот огород сделать. Во-первых, для первого развития мне вполне этого достаточно. Во-вторых, у меня куча много семян. Значит, я могу все сделать сам. С этим проблем сильно не будет. Ну, а вы, соответственно, да, это у меня большие иксы и все дела. Но в любом случае, вы знаете, как на Рагнароке лутаются эти огороды. То есть, с них лутаешь довольно-таки неплохо ресурсов. Здесь, кстати, вот видите, также большой дом, все дела. Вот, и вот такая вот деревушка. Здесь где-то еще недалеко есть еще одна деревушка. Если не ошибаюсь, вроде бы где-то в том районе. Вот. И, собственно, там тоже есть огород, но там здесь деревушка со всеми четырьмя культурами. А там же маленький домик с двумя вроде бы культурами. Но я не помню, где он, в каком районе находится. Прям не помню, короче. Ну, в общем, поискать найдете. Там вроде бы даже не деревушка, вроде бы просто один домик даже. Что-то типа того. Или где-то вот здесь около озера он находится. Вот. И уже, собственно, залутав вот это все. Да, вот он точно. Вот он, это домик. Домик, кстати, большой. То есть это прям домик больше, чем любой мой домик. То есть вот. Кстати, эта трава не убирается. И здесь к нему пристроен огородик маленький. Я посмотрю, что с него лутается. Картошка, если... И морковка, да? Да, картофель, морковка. Ну, типа, нормально это. И здесь рядом с ним стоит... Ой-ой-ой, лагает собака. Что-то прогружается мне здесь. Здесь стоит, то есть вот такая вот тропинка. И вот она, статуя. Так, руну давай возьмем. Руну возьмем раптором. Ну, давай, чувак, лутай. Вот, для чего раптором? Ну, чтобы он тоже качался. Вот, и, собственно, да, здесь уже такая статуйка. Казалось, показалось. Вот, здесь уже такая статуя. Статуя лошади. The blessing that blessed us all. Не знаю, что к чему, отсылка и так далее. В общем, знаете, можете написать в комментариях. Ну, а сейчас... Да, у меня скоро спавну, просто такая стоит хорошая. Они уже заспавнились. А сейчас погнали на ядовитый островочек. И я вам кое-что покажу там. Седло для снежной совы. Походу дела, я не зря отвлекся. Летел, просто я смотрю, красный дроп. Прикольный. Особенно ботиночки. Учитывая, какие у меня. Кайф. А теперь погнали на остров. Тут благо близко. Тематюшки, столько мегахелонов я не видел. Здесь три. Там четыре. Здесь еще. А, там еще один.
Штук 8, что ли, здесь мегахелонов? В общем, они тусуются, походу, дела все здесь. Так вот, перелетев на остров, мы видим очень много замшеловых камешков. И казалось бы, что здесь еще искать? Но здесь есть трупы. Да, то есть трупы умерших диносов. И их можно залутать. Опять-таки же, есть вы кого-то других смотрите, это логично, что вы это и так знаете. И ведь есть люди, которые этого не знают. Такой прикольный подъемчик, что-то не задумывался о том, какой здесь подъем. Ну да, блин, все-таки все еще, я могу сказать, это самое клевое место под застройку. Вода, стены, все дела, клево. Так. Трупешник. Благо островочек маленький, найти, я думаю, это делов, трудов не составит. Только отключил запись и сразу же, опачки, вот он трупочек. Трупочечек, трупочечек, давай ты слази. Оп, вот, вот как его найти, да? А вот он есть, зелененький. Топорик, органический полимер, сотка. Давай посмотрим, есть ли в киркой добыть. Какой-нибудь турпешек. Блин, сейчас же на паузу нажму, опять он перед носом появится. Там стега тусуется, надо его обрулить. Так. Стега. Угу. И тут как бы либо в стега больше органики, либо киркой я добыл больше органики. Блин, теперь надо проверить и найти тайка либо стега. Если в стега, то топором, если в трайка, то киркой добыть. И посмотреть, сколько реально добывается. Тусуется, скотина. Главное, чтобы он до меня сейчас не побежал. Прикольный тут мостик. Прибежал к мостику, там стоит черепок огромный. И деревня. О, трайк. Клёво. Трайка добываем киркой. Ну да, надо просто добывать было киркой. Но в любом случае, 100 полимер это тоже дофигища. Блин, клёво. Там еще дома. То есть, когда-то это был не ядовитый, что ли, остров, типа. Интересно. И прикольно. Ну, типа, кто в здравом уме будет селиться в таком месте? Но органики здесь офигенно много. Ну, также тухлятинку. Да, вот видите, 108. То есть киркой надо добывать. Но у меня идея есть еще одна. У меня же есть богомол. Попробовать залутать им. Для этого мне нужен будет найти еще трубчик. Трубчик нужно будет найти. Блин, да тут не просто деревня. Ага. Ты думаешь, я для чего сюда забрался наверх? Я же знаю, что ты будешь прыгать, козел. Ага, здорово. О, а это домик типа вообще... А, тут два домика, что ли? Или он просто сломался? Под воду ушли, короче. Прикольно, прикольно. Здесь просто во все болото эти... Дома стоят. На всем болоте. Клево. О, еще один трубчик. Отлично. Трупешни это хорошо, кстати, грибочки. Да, можно лутать. Так. Богомолчик. Богомолчик. А, я тут взял богомолом руну. И немножечко подкачал его. Так. Хобана! 428 полимера. Ну, собственно, поэтому я и томил богомола.
Сами понимаете, что это намного круче в плане добычи. Ну что, погнали до дома. Да, богомольчик. Еп. Отлично. Вот, собственно, для этого богомольчик и нужен. В какаху, все дела. Тишина и спокойствие. Вы бы знали, как он меня бесил своим топаньем. Ужас просто. Эквуса, не знаю, буду томить или нет. Вопрос даже в другом, нужен ли он мне или нет. Зато богомольчик немножечко подкачался. Сейчас уже качать надо скорость. Ну, вот как-то так. Ну и что? А я уже с вами на этом, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, и, конечно, делиться моими видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.